А тепер на гостей чекає Оля. Мама на релаксі та дружина айтішника. Меня зовут Оля Леонтьева, мне 34 года, я мама двух деток. Семену 7,5 лет, а Даринке 5,5. Мы вместе с мужем 12 лет. Мой муж офигенно классно зарабатывает. Мы ориентированы на то, чтобы человек, личность, рос гармоничным, счастливым, со здоровой психикой. Я за свободу самовыражения. Мне нравится, как воспитывают детей в Европе, поэтому я им разрешаю все, что они хотят, кроме того, что может нести какую-то угрозу для их жизни или здоровью. Если мой ребенок захочет покрасить волосы в красный цвет, я куплю краску. Начиная с 5 лет мы читаем книжки по сексуальному воспитанию. Мужской половой орган называется пенис, а женский... Дарин, ты знаешь? Вагина. Да. Я сделала супер пенис. Вот. Мы мега-толерантная семья. Вы знаете, что малыши могут быть со светлым цветом кожи, как а у нас? А могут быть с темным. Да. Говорим с детьми, что есть однополые браки, что мужчины могут любить мужчин, женщины могут любить женщин, и это ок. Я работаю на фрилансе с МММ-менеджером. Я больше времени нахожусь дома для того, чтобы заниматься с детьми. Я сама живу, не напрягаясь, потому что это вредно для здоровья. Своих детей я, соответственно, тоже не напрягаю. Ребенок может быть счастливым только тогда, когда, во-первых, мама счастливая. Я считаю, что это супер круто и это достойно звания супермамы.